Всем здравствуйте! С вами на связи Лени, я приветствую вас на своем канале. Тема сегодняшнего расклада будет «Как выйти из тупика?» Предложил его Лори Кожушка. Мы с вами посмотрим по трем позициям. Значит, первая позиция – это зеленый камешек, вторая позиция – голубенький, и третья позиция – красный камешек. Пока, скорее всего, вы выбираете позиции, я хочу сделать анонс, о котором я уже говорила в Инстаграме, о том, что я больше не буду проводить пятничные акции. Вот, и эту услугу я удалила. Поэтому, к сожалению, для кого-то, и к радости, может быть, возможно, для меня, но теперь мои услуги будут исключительно платными. Но то, конечно же, у меня были свои причины, о которых я говорить не буду. Просто вас оповещаю, чтобы вы имели в виду. Так, определились? Давайте приступим. Итак, позиция номер один – зелененький камешек. Как вам выйти из тупика? Сначала, наверное, рассмотрим, с чем связан ваш тупик. Вот. Скорее всего, больше даже энергии. Давайте так посмотрим. А потом посмотрим и решение. Что-то я сегодня какая-то такая взбалмошная. Хорошо. В каком тупике вы находитесь? Хочется сказать, на тупике некоторой такой перепутье, в распутье, в принятии какого-то решения. Причем решение, которое вы должны принять, оно достаточно для вас судьбоносное. Либо это какая-то повторная ситуация, да, которая периодически всплывает в вашей жизни, вроде бы, казалось, уже все проработало, а потом смотришь и опять вхожу в один и тот же сценарий. Либо это ситуация, которая непосредственно, ну, то есть цикличностью, либо это какая-то ситуация, которая действительно такая, знаете, судьбоносная, когда надо принять решение. Но интуитивно вы понимаете, что вот именно от этого решения будет зависеть очень многое в вашей жизни. То есть это не то решение, там, например, я не знаю, поменять мне работу или нет. Здесь, мне кажется, намного масштабнее, да, например, ну, разводиться или нет. Да, то есть то, что повлияет, допустим, на дальнейшую жизнь моих детей и меня. Либо переезжать с одного города на другой, в другой или нет. Потому что здесь опять-таки как-то, знаете, здесь вот присутствует некая такая масштабность, некая глобальность. Если же это некая такая цикличность, да, если это связано как-то с цикличностью, то здесь... Если намного мельче энергии, то здесь это связано с какими-то повторами, да, которые вот ощущение того именно с проработками, да, вот вам кажется, что вот я уже все это проработал, да, почему эта ситуация опять всплывает в мою жизнь. Здесь такое, знаете, ощущение, что как будто бы ситуация ваша, она достаточно многогранная по энергиям. И каждый раз, ну, вот для того, чтобы всю ситуацию проработать, надо вот каждую вот эту вот грань, да, как будто бы отточить. То есть ситуация может быть одна, но каждый раз вы на нее смотрите по-разному. Давайте уточним все-таки, с чем здесь связано. Ну, здесь, во-первых, связано с становлением вас как личности. А здесь как будто бы идет некое такое накопление. То есть каждый раз через какую-то трудность, именно которую сейчас мы рассматриваем, да, вы как будто бы становитесь более мудрее, да, начинаете понимать лучше себя, начинаете где-то осознавать лучше именно вот как будто бы свой характер, да. Здесь также ситуация может быть связана как со знаниями, так и с реализацией себя именно в профессиональной сфере. Здесь вот энергии такие достаточно плотные, материальные, если можно сказать, да, то есть это не то, чтобы решение каких-то философских своих задач, да, то есть, ну вот я запутался, не знаю, кто я вообще, куда я иду, да, как-то вот, допустим, кризис какой-то, ну, там, среднего возраста или еще что-то, нет, здесь не про это, здесь именно про то, как вы нарабатываете какие-то свои качества, нарабатывайте свой опыт, то есть сложности, которые вас формируют, для этого они вам нужны. Что еще здесь карты показывают? Это как-то связано с работой, да, вот именно с социальным каким-то своим проявлением, когда вот вы с таким трудом все
нарабатываете здесь, вы идете очень медленно в своем развитии, поступательно. И иногда здесь может возникать ощущение, что ничего не происходит. То есть настолько медленно разворачивается ситуация, что результатов ее и не видно. Да? И, возможно, здесь вы столкнулись с тем, что вот как будто бы уже я и не хочу куда-то двигаться, да, то есть уже нету вроде бы ресурсов. Почему? Потому что опять ощущение, что я встаю перед тем же, перед какими-то, знаете, вот как будто бы я уже сталкивалась, да, с этой ситуацией и раньше. То есть вот здесь вот ощущение, что, во-первых, у вас нету ресурсов. Это может быть как финансовые ресурсы, так и энергетические. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот здесь вот какая-то такая, знаете, нежелание двигаться дальше, но не потому, что вы не видите, да, решение. Вы прекрасно знаете, как можно решить. Но здесь уже вот и не хочется, да, потому что это как будто бы вот вы строите дом, да, построили первый этаж, вроде бы все хорошо, да, уже завершили работу, вы уже знаете этот процесс. И вот вы смотрите, да, мне надо еще один этаж поднимать. И это опять-таки заново, да, начинать тот же самый процесс, что был и с первым. И вы уже его знаете, то есть он пройденный путь, и вы как будто бы заранее уже устали от того, что вам предстоит сделать. Вот здесь вот что-то такое, потому что вы как будто бы сталкивались с этим. Что еще связанное здесь с тупиком? Хочу посмотреть. Да, здесь как будто бы, знаете, вам не хватает какого-то отдыха, да, что ли, легкости, вам не хватает поддержки, вам не хватает какого-то, знаете, разнообразия, да, немножко. Это разнообразие связано с тем, что вот присутствует усталость. Реально присутствует усталость, и из-за того, что вот вам не хватает ресурсов, здесь больше даже не финансовых, здесь больше, скорее всего, энергетических каких-то, да, вот энергии не хватает, желания нету, настроения нету, настроя нету, апатия какая-то некая, да, вот эта вот усталость. Вот, и в этом состоянии я просто не замечаю возможности, да, куда мне нужно дальше двигаться, что мне нужно сделать. То есть здесь вот принятие вашего решения, вашего тупика, оно связано, все кажется, больше с вашим состоянием, с вашим настроем. То есть не столь ситуация сложна, да, что вот вы не можете принять какое-то решение, сколько уже не желаете, потому что нету сил, потому что устали. Потому что вы уже знаете, что то решение, которое вы примете, в него нужно будет вкладываться, для него нужны будут энергии, силы, а у вас их пока нету. Почему у вас нету этих энергий? Потому что то ли в вашей жизни произошло какое-то обновление, да, то есть вы потратили уже свою энергию на какое-то обновление, то ли вы думаете и как-то вот мечтаете в фантазиях, либо идеализируете вот ту ситуацию, да, которая вам предстоит, да, которая должна начаться. Вот здесь вот ощущение того, что вы... Она у вас как будто бы в планах, да? Вы ее не можете определить четко, то есть нету какого-то вот конкретного плана действий. То есть она как будто бы у вас есть в фантазиях, да, в ваших мечтах. Вы как будто бы это желаете, но вот что-то конкретного такого, чтобы пощупать, нету. Здесь как будто бы есть какая-то иллюзия некая по поводу начинания чего-то нового. То есть по поводу того, как вы все это будете выстраивать, то, как вы будете вкладываться, то, как вы будете что-то делать. Вот здесь по поводу будущего. Нету как будто бы, знаете, какой-то конкретики. Вот здесь нету прояснения ситуации. Вот вы для себя еще эту ситуацию прояснить не можете. Четко и ясно, что вы хотите, как вы хотите и для чего вы хотите. Но вот здесь вот в общем, да, насколько я могу понять по энергиям, да, здесь просто настрой ваш эмоциональный, он не на работу, не на принятие решения, да. Поэтому здесь все так расплывчато, здесь все так мутно, я не понимаю, не могу прояснить, не вижу четко, знаю, что нужно двигаться, но вот как будто бы пока не хочу.
Очень много сомнений, волнений, переживаний здесь идут. Больше, я бы сказала, что вы находитесь в своей голове, но здесь не то чтобы страхи, здесь нету страхов. А здесь как будто бы вы сами себя в чем-то обманываете, да, придумываете, накручиваете того, чего нет. Но вам от этого не страшно, вы просто, знаете, как будто бы отвлекаете себя от принятия решения. Потому что знаете, что на это решение четко понадобится вам энергия. Вот с этим связан ваш тупик. Хорошо, как выйти из тупика? Во-первых, вам нужно будет здесь определиться четко с тем, что вы хотите. Для того, чтобы понять, какой путь вам выбрать, да, вам нужно четко понимать себя, свои собственные желания, что вы хотите. В том состоянии, в котором вы находитесь, вы пока не можете, не то чтобы себя понять. Значит, во-первых, вам нужно реанимировать свое состояние. Нужно привнести какую-то легкость, надо на что-то отвлечься, то, что не заставляет вас мыслить. Хочется сказать, что вам немножко хочется как будто бы, знаете, устроить какую-то вечеринку, да, порадоваться, повеселиться, ну, чтобы расслабиться, отвлечься, надо себя переключить на что-то. Далее, когда это произойдет несколько раз и вам станет легче, то есть вам, во-первых, нужно прекратить думать о решении этой задачи. Второе, вам нужно будет как-то себя переключить на что-то такое непринужденное, да, побольше как-то веселья, праздника какого-то, на что-то переключиться приятное, достаточное для вас. И только после этого задуматься, а что же вы хотите, да, не какого решения, а что вы хотите для себя, именно вы, не для кого-то, не для чего-то, да, неважно, это реализуемо, нет, вам здесь нужно определиться со своими собственными желаниями. А почему? Потому что здесь как будто бы возможностей несколько, но все будет зависеть именно из какого состояния вы двинетесь дальше. То есть представьте, что у вас есть некая такая вариативность, вот вы стоите перед открытым горизонтом, и у вас все дороги абсолютно открыты. И будет зависеть только от того, какой вы выбор сделаете. Но выбор вы сделаете, исходя из своих собственных желаний внутри себя. Поэтому вам первое нужно понять, да, что вы хотите для себя, для чего вам это вообще нужно. Когда вы определитесь со своими желаниями, следующее, что вам нужно будет сделать, вам нужно, знаете, вот в принятии решения также вам поможет некое такое, знаете, общение. Ощущение того, что, возможно, какие-то люди, да, могут быть друзья, могут быть эксперты. Вам просто нужно поговорить. Возможно, очень многое всего в вас накипело, и вам вот этой легкости не хватает, потому что нужно себя разгрузить. А себя вы сможете разгрузить только когда вы начнете беседовать и разговаривать. Ну, то есть через проговаривание мыслей вслух, вы как будто бы высвобождаете, да, ну, освобождаете свою голову для того, чтобы принять потом, как-то решить свою задачу. Поэтому вам обязательно необходимо общение, да, с людьми, которые, возможно, для вас более авторитетны. Это один момент, с которыми вы можете почувствовать себя, вот знаете, вот такую некую теплоту. То есть не те, которые будут вас учить, вам это не надо, а те люди, которые просто могут вас послушать. Либо вы, возможно, сможете послушать проблемы, схожие с вашими. И вот именно в тот момент, когда другие люди решают свои задачи, свои проблемы, которые похожи на ваши, вы как будто бы что-то слышите для себя. Поэтому общение вам необходимо для того, чтобы вот именно при взаимодействии с другими людьми услышать необходимую вам информацию. Что еще вам поможет? Да, вот здесь вы знаете, жизнерадостность, я же говорю, здесь вам не хватает какого-то огня, да, то есть для того, чтобы действовать. Ну, как для... Действовать мы можем только в том случае, да, когда мы четко для себя определили, в каком направлении. Поэтому изначально нужна вот эта вот внутренняя ваша работа. Но настрой ваш вам точно поможет, да, некая такая активность. Активность в плане веселья, в плане радости, да, потому что вот здесь вот выпадает король и королева жезлов, да, то есть люди, которые достаточно позитивны, вот вам позитива не хватает, возможно, веры не хватает, поэтому я и сказала, что вам необходимо общение с другими людьми, да, как будто бы, чтобы они выстроили вас, поддержали, да, может быть, каким-то теплым словом, может быть, просто какие-то объятия, прикосновения, может быть, вам выговориться нужно. То есть здесь вот вам не хватает некой такой поддержки, чтобы поверить в себя, да, чтобы как-то зажечься. Здесь может быть еще, знаете, ощущение того, что скучно, все приело, все достало, такая какая-то некая апатия.
мне не хватает разнообразия, чтобы как-то вот что-то увидеть, да, и замотивировать себя. То есть вам не хватает вот этого вот огонька, желания, искры. Да, вот вы находитесь сейчас как раз-таки в том состоянии, когда ощущаете себя связанными как раз-таки по рукам, по ногам, своими собственными мыслями. То есть ваши мысли, они связывают. И здесь вот как будто бы для решения задачи необходимо мыслить иначе. Чтобы мыслить вам по-другому, да, вам необходимо какие-то новые раздражители, какие-то новые впечатления. Да? То есть вам, проще говоря, не хватает отдых. Но, знаете, отдых, я бы сказала, не пассивный, да, когда вот вы на кровати лежите, да, либо там в телевизор уткнулись и смотрите, нет. А здесь отдых, он должен быть какой-то активный, да, вот какой-то поход пойти, куда-то навстречу. Но здесь вот мне больше активности не хватает. Вот ощущение того, что не то, что просто пойти на природу погуляться, нет, погулять, это пассивность. А вам не хватает вот именно походы. Причем походы, может быть, какие-то групповые, да, может быть, в горы сходить. Вот именно как поближе к природе, но не в одиночку. Да? Ощущение того, что вот какие-то экстремальные ситуации в вашей жизни, которые будут способствовать именно выбросу адреналина, да, они вот вас как будто бы зажгут вот ваши вот эти вот ресурсы, да, на желание выжить, и оно как будто бы замотивирует вас на какие-то действия. Это, знаете, бывает такая ситуация, что, допустим, человек никогда не обращает на свое здоровье, и вдруг неожиданно узнает, что он болен, причем достаточно серьезно. И вот в эти моменты он начинает делать переоценку ценностей. Он понимает, что вот здесь я вот это упустил, вот здесь вот это упустил. То есть казалось бы, что в принципе вот болезнь сама, она запускает в нем вот эти вот, вот это желание, да, бороться за жизнь, желание выжить. И тогда человек видит вот эти ценности, то, на что он не обращал внимания. Вот вам вот сейчас, в данный момент, для выхода не хватает как раз-таки вот этого вот момента, да, зажечь в себе вот эту вот какую-то экстремальную ситуацию, да, как будто бы от этого решения, да, того, что вы будете делать, будет зависеть ваша жизнь, да, вот как в последний момент, хочу вот это, вот у меня есть желание, я должна успеть, либо должен успеть их реализовать. Вот вам вот этого вот ощущения не хватает, да? Здесь не хватает адреналина. Очень много у вас пассивности, поэтому вам и говорят, что вам не хватает какого-то огонька. То, чтобы вас зажгло на то, чтобы вы начали действовать. Еще одну карту вытащу, последнюю. Вы очень много трудитесь, у вас здесь произошло выгорание. Очень много здесь ощущения того, что очень много у вас было обязанностей, и вы должны были, здесь нет, ну, не только, может быть, с работой связано, а вообще, может быть, даже в семье, да, очень много дел, за которые вы брались одновременно и просто энергетически истощены. Я не вижу, чтобы здесь была какая-то вот сложная такая ситуация реально, да, здесь поэтому цикличность по колесу фортуны, она у нас и говорит о том, что эта ситуация уже у вас была ранее в вашей жизни. Посмотрите, что вы делали тогда, и сделайте абсолютно по-другому. То есть разверните свое колесо фортуны где-то на 180 градусов и сделайте абсолютно противоположное. Здесь реально не хватает огонька. Вот такая вот у нас была первая позиция. Не стала я углубляться, потому что просили, сделайте расклад на то, чтобы не было так глубоко. Что-то такое попроще, что-то полегче. Вот попробовала сделать что-то попроще. Итак, позиция номер два. Голубенький камешек. Давайте посмотрим здесь у вас какие энергии, да, с чем связан ваш тупик. И потом посмотрим, как выйти. С чем связан ваш тупик? Ну, двойки у меня продолжают вспоминать как-то какой-то уход, расставание. То есть здесь ваша ситуация, она связана с тупиком из вашего прошлого. Это может быть связано как-то с вашей семьей родительской, либо это может быть связано как раз-таки с уходом, с достаточно эмоциональным. Ну, здесь развод был, да? Да. Здесь либо развод был, либо расставание, либо, знаете, вот какая-то такая
причинно-следственная связь, да, то, что вы сделали когда-то в прошлом, наступил период, когда это прошлое, оно принесло свои плоды, когда вам нужно было уйти, да, то есть уход. Вы дальше двинулись. Это может быть не только семьей, да, как я сказала, но это может быть даже вообще в выборе своего дальнейшего пути. То есть если мы не будем обобщать. Ну вот как ни крути, ни верти, здесь вот союз выпадает. Хорошо, если это даже, допустим, не личные отношения, да, а, допустим, профессиональные, то здесь вот как-то был уход, и вы нацелились, допустим, на другую работу, более гармоничную, да. То есть здесь уход был так или иначе от чего-то, и вы захотели пойти к чему-то более стабильному, к чему-то более такому изобильному, более комфортному, приятному для вас. Вот. И столкнулись с каким-то кризисом. То есть то, откуда вы ушли, вам казалось, что это было верно и это было правильно, и вы захотели другую стабильность, вы хотели другую реальность, и столкнулись здесь с кризисом, столкнулись с какой-то потерей, хитростью, может быть, кто-то здесь и болел даже. Да? Здесь может быть... То есть вы вместо того, чтобы прийти к своему какому-то изобилию, вы пришли, наоборот, к состоянию нуждающегося человека, да? И столкнулись с тем, что вам в очередной раз пришлось сделать какой-то выбор. Причем этот выбор, он был туда, куда вы уже пришли, да? Здесь карта рассказывает историю. То есть вы ушли, приняли какое-то решение. Возможно, из союза, из партнерства. Неважно откуда. Вот, вам показалось, что так справедливо, так правильное для вас. Это ваше решение. Вы приняли его, ушли оттуда. Туда, куда вы пришли. А шли вы, повторюсь еще раз, в некой такой стабильности. Столкнулись как раз-таки с хитростью, с обманом. Может быть, даже и самообманом, и вашим каким-то кризисом внутренним, да, то есть когда вы ушли, у вас был период, и этот период был дан вам для того, чтобы здесь ощущение, может быть, кто-то из вас погружался в себя и начал замечать, да, а что явилось следствием, то есть причины понятно, что-то вы там посеяли, следствием было уход, и далее вы начали выстраивать новые причинно-следственные связи. И вот в этих новых причинно-следственных связях вы как будто бы находили понимание для себя, где вы поступали не совсем так, как нужно было, да, и вот этот вот путь, он не приводил вас к той стабильности, которую вы хотели. То есть вы как будто бы вскрывали в себе какой-то свой самообман. Здесь вы увидели причину, почему нужно было завершить, да, вот, допустим, ваши, если мы говорим о отношениях, да, почему они были завершены, то есть вы увидели как будто бы свою сторону медали, да, то есть другого человека, возможно, вы уже видели, а здесь вам погрузили в себя и увидели, да, что где-то вы вкладывались больше, где-то вы поступали, может быть, хитро, где-то вы обманывали как себя, это другое, то есть вы занялись самоанализом, и у вас появилось желание, что нет, больше я так не хочу. То есть вы как будто бы осознали следствие, что привело вас к тому разводу, либо уходу. Почему? Потому что, когда вы уходили, здесь ощущение того, что этот уход был достаточно эмоциональный. То есть вы как будто бы на эмоциях приняли решение, но осознания этого не было. И прошел какой-то период, и потом вы стали понимать, то есть вот теперь я понимаю, почему произошло все так, как произошло, то есть как будто бы время, период какой-то прошел, и у вас пошли инсайты. И исходя из этого, то есть вы уже перестали винить другого партнера, вы как будто бы стали в себе разбираться больше и стали видеть свои собственные ошибки, да, в чем вы были неправы, где вы были неправы, где вы себя обманывали, почему вы позволяли, например, то, что вот вы говорили, что я вот вкладываюсь, я даю, а, допустим, человеку, да, а ничего не получаю. И тут вы изначально
как будто бы к вам пришло осознание, что тот выбор партнера, который вы сделали, он не должен был быть. То есть изначально он был обречен на провал, потому что вы были, возможно, разные люди. Да? То есть все равно так или иначе вы бы... Ну, изначально видно было, да, что вы будете вкладываться больше, чем, допустим, ваш партнер. Было вот это вот несопоставление. Второй вопрос, почему вы это сделали? Но вот эти вот осознания, они к вам пришли. Вы стали как будто бы более честнее с собой. Вы сделали какую-то такую, проделали работу, когда было ощущение вот некое какое-то вот откровение с самим собой, да, то есть вы честно посмотрели себе в глаза и сказали, где вы были неправы. То есть вот здесь вот очень круто на самом деле, что вы признали, да, не просто себя винили, что вот да, я тоже в чем-то виноват, а вы это заметили. Здесь как будто бы сделали вывод из этой ситуации, и дальше после этого момента, да, вы захотели ее завершить, либо уже завершили для себя, вот произошло вот это вот осознание. И далее вы решили пойти в новое, да, то есть как будто бы ощущение того, что вот я уроки вынесла, я все понял, либо поняла, и теперь я буду выстраивать отношения по-другому. Не так, как мы всегда это говорим, а после действительно настоящего и глубокого такого анализа, который у вас есть. И вы двинулись дальше в свой путь, и вам была одна дана возможность на реализацию чего-то нового. И вот здесь вот вы в очередной раз остановились для того, чтобы определиться со своим выбором. Да? Почему? Потому что здесь уже идет вторая перемена. Да? То есть первая, когда вы ушли, а вторая, когда вы уже начали путь, здесь вы столкнулись с новым каким-то выбором. И здесь у вас всплыли страхи, что а вдруг то новое, что мне будет даваться, да, либо те перемены, которые, возможно, я хотела, либо хотела, да, а вдруг они опять будут такие же, как были раньше. То есть сначала вы как будто бы набрались мужества, да, эмоционально ушли в какой-то ситуации, потом ее проанализировали, к вам прошли инсайты, озарения, вы как-то на позитиве двинулись дальше и столкнулись опять-таки с чем-то, с каким-то камешком, да, с какой-то преградой, не совсем большой, я не могу сказать, что она большая. Но она как-то вот вас периодически включает, да, либо в один момент включила вот эти вот страхи и волнения. А вдруг будет так, как было раньше, да? И вы вновь остановились на своем пути, потому что испугались, что больше шансов как будто бы не будет, что как будто бы вот вы разрушили, да, то, что вы разрушили, и все. Здесь ощущение того, что вы испугались, что больше никогда у вас не будет, например, отношений, любви, взаимности, да, либо каких-то шансов, что вот это вот некая такая тревожность, беспокойство за то, что шансов больше у меня не будет. Вот и сейчас вот эти вот все ваши энергии, да, это вот, в принципе, ваш тупик. То есть я так могу предположить, что вы находитесь вот именно вот в этом состоянии. То есть, а как мне дальше быть? Нужно ли вообще выстраивать отношения или нет? Стоит или нет? Надеяться или нет? Верить или нет? Вот здесь вот как-то ситуация, она может быть связана именно с этим. Как вам выйти из этого тупика? Здесь как будто бы, знаете, вот больше психологическая такая, какие-то рамки выстроены, да, некой такой неуверенности. С чем связана неуверенность? С радостью, с эмоциями. Вот я же говорю, здесь вот связано, тупик связан с тем, что вот я как будто бы больше никогда, у меня не будет тех эмоций, которые были ранее. Никогда, допустим, я не смогу ли полюбить так, как, допустим, любила, либо любила ранее. Никогда больше не будет у меня таких, знаете, как будто бы возможностей влюбиться, что ли, порадоваться, как было раньше. Здесь не хватает уверенности в себя, вы как будто бы растратили. Здесь, знаете, идет какая-то вот внутреннее ваше состояние, это не борьба. Это столкновение внутри вас, ваших же собственных суждений. То есть вы как будто бы начали себя
винить. Вот здесь вот у вас появилось чувство вины, что а вдруг я совершила ошибку, вдруг мне не надо было уходить, вдруг где-то я была такая слишком твердолобая, да, упрямая, упертая, что, возможно, не надо было мне это делать. Какая-то вот грусть присутствует здесь. Хорошо, что же вам сделать? Как вам выйти вот из этого тупика? Во-первых, вам то, что свойственно к двоечкам, да, вам нужно быть более мягкой по отношению к себе. То есть для начала, мне кажется, вам нужно расслабиться реально, потому что вы слишком напряжены, и вот эти вот волнения, они зажимают вас, и вы становитесь, знаете, как будто бы сухой, вот не хватает каких-то соков жизни, вот вы как будто бы из себя эти соки выдавливаете на самом деле. Так, хорошо. Спрошу иначе, выпала карта, которая говорит некорректно задан вопрос. Давайте зададим вопрос иначе. Как вам стать более уверенной в себе? Потому что здесь вот у меня ощущение некой такой неуверенности, да, что поможет вам стать более уверенной в себе, чтобы выйти из этой, допустим, ситуации. А здесь... Здесь, знаете, карта называется «Стремление». Очень мелкими буквами написано, поэтому я так присматриваюсь. Знаете, как будто бы не хватает стремления как-то двигаться дальше. Да? Ощущение того, вот вам не хватает уверенности, как будто бы понимание того, а для чего вообще я живу. То есть здесь ощущение того, что вы как будто бы жили для какого-то другого человека. Вы привыкли делать что-то ради других людей. А сейчас, допустим, когда у вас появилась такая возможность и шанс жить для себя, вы не совсем понимаете, да, то есть здесь какая-то вот такая запутанность может быть. И вот именно выйти из этого тупика вам поможет осознание и понимание, а ради чего вообще вы что-то должны делать, ради именно для себя, но ради чего, то есть что вам это даст. Вот здесь вот как будто бы... новое направление, чтобы вам выбрать, вам не хватает понимания, ради чего вы вообще что-то делаете. Вот вам веры не хватает, да, в себя, но мы это сказали, что нам поможет поверить-то в себя. Сила. Знаете, вот какие-то свои внутренние инстинкты, вот эти вот страхи укротить каким образом, вам нужно здесь покрыть свои потребности. Во-первых, у вас есть, если всплывают такие страхи, может быть, у кого-то есть именно потребности самосохранения, то есть как раз вот первая и вторая чакра, да, их нужно закрыть. То есть начать делать то, что... Во-первых, поможет вам, первое, это покрыть свои потребности, связанные с едой, водой и сном, это обязательно, да, то есть если, допустим, ну, вы сыты, вы не голодны, и если у вас все окей именно с водным балансом, то есть вы пьете достаточно воды, у вас нету вот этой вот нехватки, да, воды, потому что сейчас все-таки зима, и мы пьем чай, а вопрос не в чай, а либо кофе, а здесь вопрос именно выстроить правильный водный баланс. То следующий момент, который вам необходимо наладить в себе, это сон. Да? То есть это тоже влияет на вашу энергетику. Если вы спите беспокойно, то есть расслабление – это показатель того, что у вас должен быть хороший сон. Вот это вот три первые базовые, да, потребности. Следующие базовые потребности, они непосредственно связаны... именно с нашей крышей над головой, да, с нашей безопасностью, насколько вы ощущаете себя безопасно. То есть это второй этап, на котором вы должны поработать. У каждого, конечно, в зависимости от его уровня развития, да, следующий этап у нас будет проявление себя, именно взаимодействие с людьми в социуме, то есть здесь финансовый, да, какой-то аспект будет всплывать. И вот здесь вот вам нужно закрыть вот эти вот ваши потребности. То есть прежде чем говорить о любви, прежде чем говорить о чувствах, о каком-то своем развитии, вам нужно закрыть вот эти вот первые
несколько слоев, да, своих собственных потребностей. Пересмотрите, пожалуйста, что у вас не закрыто. Над этим нужно поработать. Тогда вы ощутите себя более спокойным, да. То есть, если вы будете спать хорошо, если вы будете есть хорошо, если у вас будет все хорошо со здоровьем, второй уровень, который нам помогает, это финансы. Да? Обращаю ваше внимание, не отношения, а именно финансы. Когда у вас все хорошо со здоровьем, тогда вы должны обращать внимание на реализацию себя, на становление себя именно в социуме. С финансами у вас должно быть хорошо. Я не имею в виду миллионы, а на то, чтобы вы чувствовали удовлетворение, что ваши желания, они реализовываются, что вы в любой момент захотели что-то купить, книгу, журнал, не знаю, там, музыку, либо еще что-то пошли, вы можете себе это позволить. Вот когда вы вот эти вот свои потребности закроете, только тогда вы сможете думать о любви, о чем-то возвышенном, да, потому что все должно быть поэтапно. И вот здесь вот, вот это вам поможет возобновить свою веру в себя. Потому что когда у вас есть деньги, вы чувствуете некую такую безопасность. Это тоже помогает вам ощущать себя нужной, необходимой, защищенной и быть безопасной. Да? То есть вам вот с этим нужно поработать, прежде чем двинуться дальше. Хорошо, еще есть ли что-то, на что вам нужно обратить, что поможет вам выйти из тупика? Ну, во-первых, осознание того, что вы ответственны за свою жизнь, и вы делаете выбор. Да? То есть если вы выбрали то или иное, приняли то или иное решение, да, то вы несете за него ответственность. И это не в голове, а здесь у вас должно быть именно вера в то, что вы сделали правильный вывод. То есть на основе чего вы сделали тот или иной выбор. Если этот выбор вас не устраивает, вы просто можете помнить о том, что в любой момент вы можете все переиграть. Да? Если вдруг вы все-таки сожалеете о том, что вы откуда-то ушли, да, вы в любой момент можете вернуться к этому человеку и поговорить, объяснить, ну то есть договориться и посмотреть, есть ли возможность вернуться назад или нет, если вы так сильно цепляетесь. Но здесь вопрос, если вы когда-то откуда-то ушли, вы ушли, потому что вас это не устраивало, вам это не нравилось. Поскольку люди, в принципе, очень сложно меняются, да, я не буду говорить, что не меняются, но в большинстве своем люди не меняются, меняются только единицы, которые к этому действительно стремятся и хотят. Вот. Если вы ушли откуда-то, значит, это вас что-то не устраивало. Если вы поменялись в чем-то, не факт, что и другой человек поменяется, да, то есть при условии того, что если вы возвращаетесь в прошлое, это прошлое, оно должно быть уже на другом уровне, не на том, на котором оно было. И вот здесь вот вам, с другой стороны, нужно подумать касательно выбора, потому что здесь выпала карта выбора, о том, что, может быть, где-то я поступаю достаточно эгоистично, когда не принимая выбор другого человека. То есть если человек ушел и пошел дальше выстраивать какие-то свои отношения, либо ситуация сложилась таким образом, что был сделан выбор не в вашу сторону, иногда нам становится очень обидно. Почему? Потому что не выбрали нас. И тогда мы хотим подчинить волю другого человека, да? То есть мы хотим, чтобы он сделал то, что мы хотим, чтобы он вернулся к нам. Да? То есть, условно говоря, мы не уважаем выбор другого человека. Свой, конечно же, но и другого человека. Да? Мы хотим подчинить его волю, чтобы было так, как мы хотим. С этой точки зрения у нас мы все люди достаточно эгоистичны, поэтому подумайте над своим выбором, да. Вот здесь вот именно через осознание, здесь нет каких-то конкретных действий, которые вы должны сделать, а здесь вот чистый, знаете, искренний, то, как вы умели ранее, да, то, как вы делали, искренний разговор с самим собой, да, посмотреть, где вы себя обманываете, в чем вы себя обманываете, для чего, почему вы не можете сделать выбор, не выбираете себя, почему вы не ставите себя на первое место, для чего. То есть, знаете, здесь ощущение такое, что двоечки, многие из вас увидят, что я не выбираю себя, потому что я, может быть, недостойна, потому что я не уверена. То есть здесь вот как будто бы вам не хватает немножко повысить свою самооценку, да, поверить в себя. Здесь вот, вот над этим вопросом тоже вам нужно поработать. Да? То есть вот вопрос любви и отношений, который всплыл, это он достаточно второстепенный, первичный. Здесь разбор самим собой, да, понимание себя, что я заслуживаю. Вот здесь вот про это речь. Здесь очень много нужно с собой беседовать и разговаривать, и только после этого следовать именно, знаете, насыщение себя энергетически. То есть здесь ощущение того, что вы вскроете в себе некие какие-то
некие дыры энергетические, да, вот через вот эту вот неуверенность внутри себя просмотрите, и потом следующим шагом будет наполнить себя, именно закрыть эти дыры через насыщение энергии, через праздник, через радость, через разрешение себя что-либо, да, через то, чтобы побаловать себя, порадовать себя, развеселить себя, через понимание вообще, что вы должны ставить себя всегда на первом месте. На первое место, почему, пускай даже это будет звучать для кого-то эгоистично, но это ваша жизнь, и если вы не будете себя ставить на первое место, вы всегда будете на втором у кого-то другого. И вопрос тогда, для чего вы живете? Для других, либо для себя? Ну, то есть здесь, понимаете, здесь у двоек очень такие достаточно философские вопросы, перед которым вы должны будете встать и осознать. Вот. И тогда у вас появится интерес. То есть когда вы научитесь ставить себя на первое место, тогда у вас появится интерес. Вы захотите жить уже из нового состояния понимания себя. А кто вы? Вот здесь вот как-то вот обычно двойки у меня больше такие, знаете, служители для людей, спасатели. А здесь пришел этап, когда вам нужно многое переосознать, да, как-то вот философские какие-то моменты должны включиться у вас. И в конечном итоге вы должны прийти именно к интересу вас самих в этой жизни. То есть вам жизнь должна быть интересной. Вы должны захотеть жить, да, не существовать, а жить. Так, ну что, переходим к последней позиции, к троечке, к красненькому камешку. Давайте посмотрим, какие у вас здесь энергии троечки, связанные с тупиком. Вы находитесь в ожидании, Очень сильно переживаете, волнуетесь. Тройки здесь у меня проходят чистые, прям вот чистый урок по дьяволу. Урок по дьяволу означает то, что вы переживаете. Дьявол у нас аркан многогранный, он у нас говорит именно за выживание. Это на самом низком таком уровне, да, простом. Далее он может говорить у нас о всевозможных связях, которые вы создаете с другими людьми. То есть у каждого здесь будут свои состояния тупиковые, да? То есть кто-то может выходить именно, ну, проживать какие-то моменты адаптации, да, в какой-то новой среде и очень сильно переживать по этому поводу и как будто бы находится в ожидании. Как все произойдет? Смогу ли я на новом месте, допустим, адаптироваться? Новое место работы, новое место проживания. Кто-то здесь у нас, допустим, остался один, и еще не понимает, какие отношения ему нужно выстраивать вообще с людьми, я не имею в виду любовные, а вообще с людьми, то есть как завязывать новые связи, опять-таки, допустим, если вы куда-то переехали, либо попали в новый коллектив, как, на кого опереться, с кем, кто будет для меня выгоден, да, то есть здесь не про дружбу, дьявол никогда не может говорить о чистых, откровенных каких-то отношениях, а именно о какой-то своей собственной выгоде. Далее, дьявол у нас может говорить о каких-то всевозможных завязках, да, искушениях, когда у нас искушение, мы переживаем, возможно, о финансах, потому что здесь все-таки семерка педакли выпадает, да, когда мы ждем и очень сильно переживаем за какой-то результат, да, когда вкладывались, может быть, очень долго во что-то, и этот результат либо нас не удовлетворяет, либо он идет достаточно медленно, либо мы не знаем то, что мы получим, что это будет, и когда мы это получим, может быть, стоит уйти. И где-то он нам на ушко кто-то шепчет, да подожди, да, ты уже много вложился, подожди, не торопись. Что еще может у нас быть по дьяволу? У нас по дьяволу происходят всевозможные силовые какие-то такие процессы, да, когда нам не хватает власти. Власти именно самоутверждения, понимания того, что я выше другого человека, я сильнее другого человека. Это может выражаться в чем угодно. Для чего нам нужна власть? Власть нам нужна тогда, когда мы чувствуем себя беззащитными, когда мы чувствуем себя опустошенными, а здесь у кого-то может быть такое, и нам хотелось быть более сильнее, более властнее для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы не чувствовать, что кто-то нами попользовался и выбросил, и как я себя сейчас могу ощущать, да?
То есть вот это вот внутреннее ощущение опустошения, оно тоже может происходить по дьяволу. Страхи здесь могут быть очень сильные, большие фобии тоже для кого-то может проходить. Ну, еще раз повторюсь и скажу, что аркан дьявола, он достаточно многогранен, и ситуации у каждого могут быть свои, я перечислила некоторые из них, дальше не буду перечислять, вот, просто давайте, может быть, еще и уточню. Здесь неуверенность, да, здесь человек не может найти какой-то баланс, и этот баланс связан как раз-таки с материальным аспектом. Именно с бездействием, да, вот подтверждение очередное того, что либо вы не получаете ту сумму денег, которую вам задолжали, здесь могут быть обманы, здесь могут быть всевозможные подставы финансовые, да, какие-то трудности, либо когда вы что-то ожидаете, может быть, кто-то документы какие-то ожидает, чтобы вам подписали, да, краски, вот силовые всевозможные органы, которые вы повлиять не можете. Иногда у вас как раз-таки вот происходит вот эта вот мысль, вот если бы я был более богаче, да, если я бы имел какой-то там чин, да, то мне бы двери открывались намного быстрее и намного проще. Но вот здесь вот какая-то такая, знаете, суета, неуверенность, да, бездействие, когда ничего не происходит. Здесь не про зависание. Здесь просто ничего не происходит, ничего не развивает, и это не развивается так, как вам хотелось бы. И это вас выводит из гармонии. И вы начинаете размышлять, да, вы начинаете размышлять, как-то планировать, как, возможно, будет осуществляться та или иная ситуация, что возможно сделать. Вот, вы уходите в отшельника, вы выходите в анализ для того, чтобы выбрать самый оптимальный для вас способ, в ключе с дьяволом, так не просто решение, а то решение, которое было бы выгодно для вас, да, то решение, которое помогло бы вам двинуться дальше и иметь... именно плоды. Да, здесь серьезные какие-то моменты. У нас выходит еще и иерофант и отшельник. Да, здесь какая-то серьезная достаточно ситуация, если выпадает столько много великих арканов и таких достаточно серьезных, я бы сказала, да, то есть здесь еще может быть, здесь должна всплыть какая-то истина, да, какую истину вы ожидаете. По поводу развития какой-то ситуации, причем ситуация из прошлого, где вы желаете быть, может быть, она связана как-то с какой-то женщиной, да, может быть, вы являетесь этой женщиной, где вы хотите быть победителем, да, вот утвердиться, причем утвердиться здесь именно, что ситуация действительно развивается, что нету какого-то застоя. Плюс ко всему получить уже плоды, да, то есть не просто слова, а какие-то конкретные действия, да, что все действительно не на словах, а именно в материальном мире, да, что здесь идет вопрос о приумножении, про императрицу, про действительно материальный мир, то, что можно пощупать, то, чем можно насладиться, причем здесь, знаете, вы не просто хотите быть победителем, чтобы самоутвердиться, а вы хотите быть вкупе с императрицей уверенной, знаете, такой достаточно хладнокровной, спокойной, да, человеком с самообладанием. Когда вы не эмоционируете, а вы таки достаточно, вот здесь вот присутствует какая-то некая такая холодность, да, но вот она связана с уверенностью. С ощущением того, что вот вы правы, да, правда на вашей стороне, и я докажу. То есть вот здесь вот какая-то такая ситуация, которая, опять-таки, если подытожу одним словом, здесь ощущение того, что вы долго чего-то ждали. Знаете, бывает такое, когда я хочу кого-то наказать. Почему? Потому что я знаю, что я прав, со мной поступили несправедливо, и я тебе докажу не для того, чтобы тебя отомстить, а показать, как будто вот я собираю все доказательства и просто их принести тебе и показать, чтобы ты понял, да, чтобы ваш оппонент понял, что он был неправ, что он был несправедлив. Не потому, чтобы вы не хотите, чтобы просили прощения вас, да, у вас, либо как-то
признали, да, что вас подставили бы еще что-то. Нет, а просто показать, что, ну, как бы, чтобы правда восторжествовала, истина восторжествовала. То есть здесь вот как-то справедливость, да, чтобы она была, чтобы она присутствовала. Вот здесь вот что-то, здесь такие энергии есть, да, вы уже на себя перекладываете, с чем они связаны у вас. Как вам выйти из этого тупика, который на данный момент здесь тупик связан с тем, что ситуация не развивается? А как вам выйти из этого? Знаете, здесь не хватает какого-то всплеска эмоций. Потому что вы прикладываете очень много усилий. Вы хотите, знаете, здесь приумножение идет, ощущение того, что вот вы очень много вкладываетесь в то, чтобы эта ситуация случилась, да, то есть, возможно, сейчас специально такой период, который дан вам для того, чтобы вы, возможно, остановились и переключились на что-то другое. Не для того, чтобы вы анализировали, либо вы решали какие-то, искали ходы-выходы, нет. Здесь про то, что вам нужно было просто переключиться, вам дан этот период какого-то не отдыха даже, а чтобы вы переключились на что-то другое. А вы начинаете продавливать эту ситуацию. То есть здесь ощущение того, что еще не время, да, не надо ничего делать, надо, как говорится, посадили пшеницу, сиди пока, и жди, пока она прорастет. Но вам этого не хватает. Да, почему? Потому что вам кажется, что она должна была расти намного быстрее, да, то есть я приложил все усилия. И вот вы вместо того, чтобы переключиться и переждать этот момент, вы начинаете перекладывать как можно больше усилий, да, то есть вы посадили пшеницу, что я еще могу сделать, а давай я сделаю из нее этот, теплицу, да, то есть закрою ее еще, а давай я ей сделаю там, я не знаю, свежий воздух побольше, а давай я побольше еще, то есть вы продолжаете что-то делать, вкладываться, но это уже чересчур, да, то есть здесь уже вот это вот чрезмерное вклад, он уже переходит в порог, да, то есть не в добродетель, которая присутствует, а именно в порог, потому что и вот здесь вот дьявол у вас появляется, потому что вы не умеете ждать, вы не понимаете, зачем мне ждать. То есть вот здесь вот появляются какие-то ваши пороки, теневые какие-то аспекты, которые начинают вас искушать на то, чтобы вы что-то делали. И то, что вы совершаете какие-то действия, да, они, кроме того, что они излишние, они еще могут быть ошибочные и привести вас к ненужным результатам. То есть вам не хватает какого-то всплеска эмоционального проявления. То есть вы не понимаете, что происходит, и вам не хватает какой-то реакции. Вот если бы от этой ситуации, в этой ситуации была бы какая-то реакция, а то здесь ощущение того, что вот вы сидите и непонятно ждете у моря погоды. Вот. Поэтому, чтобы вот этого не происходило, вам говорят, переключитесь на что-то другое. Переключитесь на то, что вас будет наполнять эмоционально, даст вам вот эти вот эмоции, то, что вы хотите. Здесь, возможно, знаете, в этот момент, когда ничего не происходит, вам нужно будет действительно наблюдать за своими идеями. То есть вот в этот момент как раз-таки некого такого расслабления. Не вкладывать силы через «ненужно». А всю энергию потратить на то, чтобы записывать, какие идеи, и наблюдать за миром, какие идеи к вам сейчас будут приходить. Почему? Потому что здесь ощущение того, что в этот момент, если вы действительно будете спокойны, вы сможете увидеть, то есть здесь чувство, как будто бы тройки всегда у меня огненные, постоянно находятся в каком-то движении, а здесь вас силой остановили, для того, чтобы вы были расслаблены. Вам дискомфортно находиться в неком таком бездействии, но именно вот в этом моменте бездействия, если вы прислушиваетесь к себе, у вас будут рождаться гениальные идеи, которые в дальнейшем, когда вам откроют дороги, вы сможете их реализовать. Но вы почему-то уперто стучитесь в дверь, знаете, вот как у меня камеру показывают, тюремную, да, и вот вы постоянно стучитесь в эту дверь, чтобы вам ее открыли. При этом вы знаете, что смысл, ну, стучаться никакого нет. Пока не придет время кормежки, вам никто не откроет. А вот вы продолжаете стучаться.
И тут, значит, на соседних нарах сидит очень мудрый человек, который говорит: а сел бы ты лучше, чувак, да расслабился, да и помедитировал. Может быть, и время пройдет быстрее, и к тебе придут какие-то идеи. И вот вы начинаете прислушиваться, и вы понимаете, что, блин, вместо того, чтобы сбрасывать вот эту вот всю энергию, да, в эмоциях, стучаться и не достучаться, а лучше я ее направлю на нечто такое созидательное. То есть вам нужно направить сейчас всю свою энергию на какое-то созидание. Здесь выпала очень красивая карта «Двойка ума», игра. Когда двое кукол, это Таро «Театр кукол», играют именно в шахматы. Шахматы – это интеллектуальная игра, очень интересная, и многие философы ее связывают с нашей жизнью, да? То есть не только из-за того, что вся доска расчерчена на черные и белые полосы. Кстати, философия дзин связана с шахматами. Поэтому здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, да, 64 квадратика черно-белых должны быть. Вот. И здесь как раз-таки вот именно понимание вот этой игры. Да? Кто вы в этой игре? Какая вы пешка? Да? То есть кто вы, королева, либо вы пешка? То есть вот здесь много нужно подумать, то есть то, что вы в принципе не совсем любите, троечки, потому что вы больше люди действий, вы любите действовать, а здесь вас останавливают как раз для того, чтобы вы продумали свои дальнейшие действия, но не... Здесь есть вещи, на которые вы не можете повлиять, и вы это принять никак не можете. И вам говорят, нравится тебе или нет, ты это примешь, потому что это вот, вот такая вот игра. Либо ты играешь по правилам, либо ты выходишь вообще из игры. Да, вот в вашей жизни сейчас и происходит как раз-таки замирание, да, здесь карта говорит, когда все замерзло, и я сейчас не период собирать свои плоды. Сейчас период как раз-таки для того, чтобы планировать, да, что можно будет сделать в дальнейшем. А здесь кто-то может, должен либо записывать свои идеи, либо как-то медитировать, либо визуализировать, но не просто. То есть вам нужно как-то вот в своей голове все разложить по полочкам. Вот здесь вот ощущение такое. Да, здесь пока выпала карта, которая очень редко мне выпадает, говорящая о том, что ваше будущее скрыто. То есть что вас ожидает в будущем, карты не хотят показать. Вот, хорошо, тогда на что вам обратить внимание, кроме того, что я сказала? На что еще вам нужно здесь обратить внимание? На то, что сейчас идет процесс возрождения, да? Сейчас как будто бы вы прививаете эти почечки к деревьям. То есть вы опять-таки, как и по семерке пентаклей, продолжаете делать с верой в то, что наступит момент и все возродится. Ну ничего делать, вам карты просто говорят в ожидании. Сиди и радуйся жизни, то есть наблюдай за тем процессом, который происходит. Вы ничего не можете сделать, здесь ощущение того, что вот ваш тупик, он связан с тем, что просто надо подождать. А чтобы время не тянулось просто так, направьте его в нечто такое созидательное. Что это может быть такое созидательное? На что вы можете... Так, здесь у нас... Единица материи, проявление, да, что-то вы должны проявить. Что именно вы должны проявить в себе? 21 аркан. Какие-то возможности. То есть вы сейчас, знаете, больше должны сфокусироваться на внутренних каких-то состояниях единения, да. То есть вам нужно ощутить себя именно не на разделение, что вот я не могу повлиять на какую-то ситуацию, потому что есть я, есть мир, да, это уже разделение в вашей голове. А здесь наоборот, вот, ну, здесь реально нужна медитация. Здесь людям нужно медитировать, научиться быть именно в гармонии с собой, в единении, ощутить, что ты являешься частью этого мира. И это словами это невозможно объяснить. Это нужно в медитации через состояние ощущать. Для чего-то вам вот это вот состояние единства нужно. Для чего? Вы не можете сейчас ничего сделать. Для чего? Чтобы укрепить. Что именно укрепить?
А, вам не хватает энергии, вам не хватает именно ресурсов. То есть здесь как будто бы через вот это вот ощущение единения вас с миром вам нужно будет укреплять свою энергию, потому что здесь кому-то нужно будет обратить внимание на укрепление связи. Да? С кем-то, возможно, нужно будет договариваться, возможно, здесь нужно будет находить каких-то партнеров. Для чего вам это все нужно? Для того, чтобы определиться в дальнейшем с вашим поиском, то есть в направлении. Сейчас в том состоянии, в котором вы находитесь, вы не сможете решить задачу. Вам нужно искать себе поддержку, вам нужно искать единомышленников, вам нужно искать какие-то новые способы для того, чтобы вот, вот эта вот ситуация ваша двинулась дальше, да? Для того, чтобы вам хватило энергии идти дальше. То есть ощущение того, что вам не хватает какого-то источника, от которого вы могли бы подпитываться, чтобы вы могли заметить в дальнейшем новые возможности. В том состоянии, в котором вы находитесь, вы возможности не заметите, потому что вы ограничены. Ограничены. Да, здесь бумеранг. Вот причина того, что с вами сейчас происходит. Да? То есть вы получаете бумеранг вследствие того, что когда-то посеяли. Когда-то что-то поступили неправильно, да, и вот вам сейчас бумеранг прилетел, и поэтому у вас сейчас вот это вот некое ощущение, ничего не происходит, пустоты, потому что, возможно, в прошлом вы забрали больше всевозможными способами из своего настоящего, тогда она для вас была будущим, больше, чему нужно было. Допустим, если вы что-то хотели купить, у вас не было денег, вы пошли, допустим, в банк и взяли, я не знаю, там, ипотеку, еще что-то. То есть, по сути, эти деньги вам не даются откуда-то. Вы их забираете из своего собственного будущего, потому что все равномерно распределено все ресурсы на протяжении всей вашей жизни. И вы как будто бы, то есть если вам не дают, а вы насильно, да, либо кто-то использованием магии, не знаю, вы продавили пространство и забрали больше из своего будущего, чем нужно было. Вам дали это, а теперь настало это будущее, и оно поэтому пустое, то есть в нем нету каких-то определенных результатов. И вот это вот вам урок о том, что не нужно брать больше, потому что вы не берете от кого-то, вы берете от своей собственной жизни. Когда наступает это будущее, вы сталкиваетесь с какими-то пустотами. Вот сейчас у вас именно вот эта вот пустота, потому что когда-то что-то взяли, чего, возможно, не нужно было делать. Да? Причем здесь именно не нужно было. То есть это вам лишнее было тогда, на тот момент. Я не знаю, с чем это связано, но вот здесь вот у меня такая информация идет. Поэтому вам пришел сейчас бумеранг. Подумайте, поэтому у вас и дьявол и выходил, то есть было какое-то искушение, вы урок тогда тот не прошли, да, то есть я не знаю, с чем это связано, здесь дьявол, он такой обширный достаточно, каждый из вас посмотрите, что вы где-то когда-то взяли больше, чем должны были. Я не знаю, когда это из вашего прошлого, но вот сейчас просто поэтому вам и говорят, вы ничего не можете сделать, никак не можете повлиять. Переживите этот период, и все будет нормально. То есть потом вы выйдете в нужное русло. Тогда вы научитесь потом обмен. Тогда вы научитесь правильно взаимодействовать с миром. То есть не брать больше, чем вам нужно. А почему вы берете больше, чем вам нужно? Из страха. Либо искушение, да, что всем не достанется мне, поэтому надо взять там 5 палок колбасы вместо 2, сколько мне нужно. Вот. Либо идет искушение. Да, как обычно говорит дьявол. На, возьми. Но имей в виду, что придет время, и ты будешь расплачиваться. Вы, да, 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 я согласен. Взяли? Вот сейчас время как раз, когда нужно расплачиваться. Вот такая вот у нас была информация по троечкам. И весь расклад. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваши лайки, за вашу поддержку, комментарии. Я очень рада, что постепенно-постепенно наращиваются, да, приходит, скорее всего, да, наращивается, не очень красивое слово, приходят новые подписчики, абсолютно новая волна, у меня ощущение, где-то я уже писала о том, что мои выпускники ушли и пришли первоклашки, то есть люди, которые с абсолютно новой энергией, не все им понятно из того, что я говорю, нужно, вот сейчас у меня процесс такой вот притирки с новичками, и это и хорошо, и немножечко трудно. Вот, потому что то, что вкладывала в тех, кто был у меня на канале с самого начала, да, кто уже вырос, многие уже ушли, вот, сейчас приходится говорить примерно заново
ту же информацию, вот, но уже с новой какой-то подачей. Для меня это, конечно же, тоже рост. Вот, но притирки, они, видимо, необходимы. Вот. Ну что, будем завершать на сегодня? Еще раз напоминаю, кто не смотрел в начале, пятничная акция больше не актуальна. Я благодарю за внимание и за то, что многие из вас участвовали в этих акциях на протяжении 2 лет. Надеюсь, находили ответы на свои вопросы. И на этой позитивной ноте, наверное, я с вами попрощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.